Очередная посылка с AliExpress пришла. Только сегодня вот заказывал футболку на распродаже. Сейчас посмотрим, что там прислали. Ну, вот такая упаковка. 3W фанат, спорт какой-то. Размер 2XL. Ну, мешочек такой приятный. То, что упаковано. Сейчас откроем, посмотрим. Что вроде серая должна быть. Какая-то белая. Ну, не знаю, что-то мне белое-то вообще не нужно. Так. Короче, должна была быть серая, но почему-то она белая. Мне зачем белая-то? Так, тут что у нас? Made in China. Вот эти вот все надписи, они будут шею царапать. Ну, я вот так вот подозреваю. Так, это что у нас? Качество прошивки. Вот материал такой, я из него уже не первый раз заказываю. Носится нормально. Ну, качество, конечно, так себе. Тут какие-то нитки как-то обрезаны, что-то все неровно. Ну, так, на лето. В перемешку с другими футболками. Таскать да выкинуть. Просто то, что она белая, а это же мараться быстро будет. Так, это что тут такие за погоны? Не знаю. Ну, в общем, такая футболка. Я думаю, что, как мне кажется, она мне как раз даже может быть чуть-чуть побольше, но лучше больше. На выпуск носить нормально. Но почему белая? Непонятно. Ну, легенькая такая. Тут как-то передняя часть сделана с такого материала, менее продуваемого. А спина такая, как соты такие. Видимо, что по охлаждению лучше шло. Ну, а это для игры.
футбол. Может, для этого. Ну, мне так. Пройтись куда-нибудь по хозяйственным делам. В общем, такая футболка. Качество такое на 4 с минусом, наверное. Тут тоже как-то все похабно сшито. Ну, так-то не видно это все, но все равно. Made in China. Ну, не знаю, посмотрим, померяем. Буду продавцу писать. Че мне выслал белую-то? Я что с ней делать буду? Раз-два одел и стирку. Ладно, она если подстирывать хорошо. Ну, посмотрим, может, она там день проносил, постирал. Если она хорошо отстирывается, то, в принципе, это не проблема. До лета еще далеко, так что пускай лежит. Футболок у меня много теперь. Лето покажет.